Бурят. Здорово, Хохол. Здорово, Бурят. Как жизнь? Хоть заходи, держись. Ты держался? Я нет. А что ты говоришь-то? Я просто в рифму. В рифму, да? Поэт? Да нет, слава богу. Чё ты вертишься, как этот, ёлка? Сиди нам спокойно. Я под уколом, понял? Под А, приходом, блядь. в натуре вы все наркоманы, правильно, правильно, что я спрашиваю, это зря. Да, пару банок пихнул, нахуй, заебись. Слушай, а сколько у вас татуировка стоит, маленькая на Украине? Любая. Мне бесплатно набивали. Нет, реально под этим делом, да? Я шучу, ты что, ебать? Ну Я не тогда сиди употребляю. спокойно, елки, ты сидишь как елки, туда-сюда мотаешься. О чем общаешься? О ситуации, то, что происходит сейчас о войне. Ну и что хочешь узнать нового? Ничего, мнение каждого. Так оно уже почти у всех одинаковое, не так ли? Оно ж какое? Не понял. Вот твое мнение. Ну а что ты ожидаешь от меня? Что я тебе ответить должен? Не, ну мне интересно просто твое мнение. Ты скажешь, я, ну, мое предположение, то, что ты скажешь, что это типа военная операция. А что я должен сказать? Война? Война. Ну, я тебе скажу, это война, да. А в чем сложность-то? Война, спецоперация, война, какая разница? Как ее назовешь, все равно войной будет. Ну, правильно, так а ты поддерживаешь войну? Войну нет, спецоперацию поддерживаю. Есть разница, нет? Хорошо, смотри, ты говоришь, я поддерживаю спецоперацию. А от кого вы пришли освобождать? Ну, ты выйди на улицу или набери в гугле, где там, например, кто такой Бандера и прочее. А теперь скажи, часто ли ты в чат-рулетке говоришь «Слава Украине, героям слава»? Да, постоянно. Ну, значит, это такие, как ты. Ебать. Слушай, когда вы, сука, базарите «Слава России», ебать, это значит, вы, Ну, сука, не пидоры, да? слава России не является нацистским лозунгом, а героям слава, Украине слава, это вот нацистский лозунг. Бандеровский. Да мне похуй, понимаешь, это мое право. Ну, Я живу в свободной значит, ты чувак стране. сам, ты какая у тебя свободная страна, ты угораешь, что ли? Значит, ты сам виноват в том, что Я? русские пришли к тебе. Какая у тебя? Я живу, сука, я могу скинуть президента. Могу нового выбрать А ты президента. думаешь, А ты вы думаешь, что? Зеленского ты сам, что ли, поставил? Как ты думаешь? Да, Сам я поставил. голосовал за Зеленского. А Я ты голосовал за Зеленского до выборов знал? Зеленского. А? Ты Зеленского до Да. выборов знал? А по каким Да. делам ты его знал? Он был, ну, он директор компании 95-й Все, все, квартал. жопа. Короче, это вот директор компании, поверь мне, ты такой сопляк, что ты даже не понимаешь, что значит быть директором компании. Ты его знал, потому что он артист, понимаешь? Ну, это понятное дело. Ну вот смотри, а если, допустим, стал бы баллотироваться не артист, допустим, а какой-нибудь, короче, чувак, совершенно посторонний, ты бы за него проголосовал? Да не стал бы ты за него голосовать. Ты голосовал против Порошенко, а не за Зеленского, понял, что ты говоришь? Так что Понятно, потому что никакой ты не Курок свободный это человек в своей стране, ты Порошенко что? это мразь. Ну вот ты Порошенко это поэтому ты мразь, голосовал за которая, сука. Зеленского, тебе было насрать, за кого голосовать, понимаешь? Кроме только не за Порошенко. Вот ты проголосовал за Зеленского. Конечно, конечно, я согласен. Да либо лучше Зеленский, чем Порошенко, блядь. Кстати, пацан, что-то мне странно. А тебе сколько лет-то? Ты вообще как, на выборы ходил, нет? Голосовал-то Мне за него. 19. А когда ты успел за него голосовать? Ебать, уже 3 года назад было тут выборы. Ну а тебе сейчас 19, Чет правильно? А Даже что ты мне какие лапшу три, два вешаешь-то на уши? года, Как, блядь. какие, какая, какие 2 года голосования? назад были президентские выборы. Да что ты мне лапшу-то вешаешь? Какие тебе голосования? Ты же за него не голосовал даже, понимаешь? Что ты мне лапшу-то вешаешь? Почему? Голосовал. Да тебе тогда еще Голосовал. было 17 или 16 лет, елки. Ты что, угораешь, что ли? Какой из 18. Да ты Сейчас не гони, да 19. не гони, все, короче, ты врун, понятно. Понятно, пацан, я пошел дальше.